мы должны понять, нету частной, индивидуальной работы. Это должно быть железным законом для человека. Если он думает о себе, это клипа, это противоположность духовному и святости. Просто это влечет его назад. Потому что где я постигаю духовное? В общем кли, связи между душами. Это значит, только путем распространения, только выходом из себя, объединением с группой, только тем, что я распространяю материал и вызываю исправление мира, в той мере, в которой я готов вызвать исправление мира, мне дадут что-либо, чтобы через меня это прошло в мир. Потому что каждому остается точка. Но насколько захочешь, чтобы через тебя дали наполнение другим, это протечет через тебя, и это твое богатство. В момент, когда ты внутри обращаешься, а что со мной? Это неверно, ты немедленно в клипе. Немедленно ты в египетской клипе. Здесь должна быть очень большая подготовка психологическая со стороны группы. Не духовная, это пока раньше духовного. Буквально обязать человека думать о том, что духовное вне его.